Доброе утро. Мы сегодня приехали в Венецию. Покажем вам чуть-чуть, что это такое Венеция в Хуахине, в Таиланде. И вот мы уже внутри, ребята. Атмосфера тут такая классная. Птичка, как тебя зовут? Лиля. Венеция — это торговый центр в Хуахине. Здесь очень много всяких магазинчиков. Сегодня выходной день, и очень удивительно, народу почти нет. Мы тут такие ощущения, как будто одни гуляем в этой Венеции. Там вот немножечко тайцы фотаются. Туристы. Очень много магазинов тут с игрушками. Kids World. Ну и что за Венеция без воды? Внутри Венеции есть маленький зоопарк. Здесь тоже барашки в зоопарке. Но очень красиво здесь. Я думаю, в настоящей Венеции такого нету. Да я почти уверен. А тут много барашков, много какашков, лошадки, индюшки всякие. Короче, это супер мини-зу. Вот все, что вы видели, это и был весь зоопарк. Лили, он застал. Он тебя боится. Он тоже сигает. А теперь мы идем искать настоящий итальянский ресторанчик. Они тут точно есть. В любом торговом центре есть фудкорт. Вот она, красота. Вот просто посмотрите. Да, ребята, это Хуахин. Вот чем вам не Венеция? Вот очень даже Венеция. Да, Наташке вообще мечта жизни побывать в Венеции. Она даже хотела свадебное путешествие в Венецию, но мы летели на Бали. И на Наташкино 20-летие мы тоже хотели съездить в Венецию, но поехали в Дубае. И вот, наконец-то, осуществлена мечта Наташкина. Да, ты? Свозил меня в Венецию. На машине. Прямо из дома. Красиво. Всего они делают, блин. Мастеры подделки просто. Вон, смотри, туда пойдем. Пойдемте кофе найдем холодненького. И на гондолу. Теперь пошли в дом Верно. У нас на канале там есть уже дом Верно в Новосибирском зоопарке. А сейчас мы пойдем в тайский дом Верно. Стоит он 120 бат с человека. Тут все Верно. Домик тут маленький, здесь туалет есть, спальня и прихожая. Такая маленькая однобедрумная квартирка, а не домик. А вот Наташка. Ну, очень классно. Очень понравилось нам. Фотки там покажем. И вот на этой нотке мы заканчиваем наше сегодняшнее видео. Мы не прошли даже и половины Венеции. А остальную половину мы снимем вечером, наверное. Может быть, не сегодня вечером, но вечером. Чтобы показать вам, как выглядит Венеция при огнях. И прокатимся на гондоле в следующий раз. Все, всем пока. И не забывайте ставить лайк.